Авария пострадавших, в которой пришлось спасать на вертолетах, случилась сегодня в Новой Москве. Картина трагедии по уточнениям к этому часу предварительно выглядит так. Днем на Варшавском шоссе «Тойота» внезапно выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом «УАЗ». Он загорелся. В общей сложности 12 человек находились в двух машинах. 8 погибли, 2 из уцелевших в тяжелом состоянии в московских клиниках. Источники ТАСС в правоохранительных органах столицы сообщают, что жертвы и пострадавшие – граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Травму получил и один россиянин. Почему «Тойота» оказалась на чужой полосе, еще только предстоит выяснить.